для нашего здоровья, то, что нужно именно сейчас. Свежайшая партия, которая приехала к нам из Южной Кореи, это последний сбор, это свежий сбор, который у нас не с остатков со склада, а именно с Южной Кореи прибыл. Это главная поддержка нашего иммунитета и нашим сосудам, и нашему сердцу. То, что забирают у нас всегда, то, что покупалось всегда, то, что не сходит с производства, то, что мы постоянно заказываем. И сегодня у нас последняя презентация в этом году. Уникальная технология доктора Канданга, где в одной капсуле соединили уникальный королевский красный женьшень и полиненасыщенные жирные кислоты для работы нашего сердца и хорошей работы сосудов головного мозга. Это целый запас на полгода по лучшей цене. 180 капсул со сроком годности 2 года, поэтому запасайтесь прямо сейчас. С нами на прямой связи, как всегда, наш бессменный командир, наш бессменный эксперт. Это южнокорейский ученый, биотехнолог из университета Сунчонхян, доктор Дэ Кван Джон, который всегда рассказывает о технологии, который всегда присоединяется к нам, к нашему эфиру, чтобы еще раз доказать, что продолжительность жизни может быть очень высокой и при этом здоровье может быть очень крепким. Здравствуйте, доктор Джон. Я знаю, что действительно продолжительность жизни в Южной Корее очень высокая, 92 года. К сожалению, Россия этим похвастаться не может. В чем уникальность вашей технологии и почему она воздействует на продолжительность жизни? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, зрители телеканала Шопен Шоу. Мне очень приятно быть с вами на связи и представлять сегодня уникальный препарат, сочетающий в себе корень красного корейского женьшеня и омега-3. Скоро зима, и сейчас мы все должны подумать об укреплении иммунитета прежде всего. От этого зависит здоровье всего организма. Если у организма снижены защитные силы, нарушается работа всех систем и органов, особенно страдает сердечно-сосудистая эндокринная система. Вы знаете, прошлую пандемию коронавируса Южная Корея прошла максимально легко. Количество заболеваний одно из самых низких в мире. И вот сейчас, в переходный сезон, вновь существует опасность заразиться уже новым штаммом. И мы хотим, чтобы вы поддержали ваш организм. Корень красного корейского женьшеня, который во всем мире называют корнем жизни, является источником жизненных сил иммунитета. Он рекомендован всем, кто чувствует упадок сил, имеет болезни сердца, органов дыхания, эндокринной системы, а также часто простужается, плохо спит, наблюдает за собой провалы в памяти, быстро утомляется, часто испытывает головные боли и высокое артериальное давление. В составе препарата содержится омега-3, очень важный компонент для вашего сердца и сосудов прежде всего, который в том числе способствует еще и более мягкому воздействию самого женьшеня на сердечно-сосудистую систему. Именно этот комплекс будет максимально эффективен для вас, укрепит иммунитет, нормализует уровень сахара, нормализует нервную систему, будет способствовать выведению токсинов. Омега-3 поможет укрепить сердце и сосуды, будет профилактировать инфаркт и инсульт, нормализует давление, нормализует гормональный фон. Эффективная форма выполнена в виде капсул, которые легко применять. Достаточно одной капсулы в день, это суточная норма, и уже через полгода вы почувствуете серьезный результат. Спасибо большое, доктор Дэ Кван Джон. Представьте только корень королевского красного женьшеня. Это источник жизненных сил, это источник иммунитета. И плюс омега-3 – это полноценная помощь нашему сердцу и сосудам. И уникальная технология доктора Канданга, которая соединила все это в одной капсуле. Если бы раньше мы пили бы одну, например, капсулу для здоровья, для иммунитета, вторую бы для сосудов головного мозга, третью для сердечно-сосудистой системы, то это было бы три капсулы разных, это была большая нагрузка на наш организм. Здесь одна уникальная капсула, которая один раз в день помогает укрепить наш иммунитет изнутри и при этом помочь сосудам головного мозга, помочь сердцу, помочь нашим сосудам работать хорошо и биться долго до конца жизни. Может быть, это будет 92 года, 95 лет. И слава богу, потому что длительность жизни в Южной Корее это средняя, 92 года. У нас в России, к сожалению, 64-68 лет. Звоните прямо сейчас, успевайте. Эта цена только сегодня. Это новейшая партия. Это не остатки со склада. Это то, что пришло сейчас. Это свежий сбор красного королевского женьшеня и, конечно, свежий сбор омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Я вспоминаю дни, когда у нас эти капсулы стоили 2999 рублей, то есть почти 3000 рублей. И у нас до 1500 рублей стоила одна упаковка на полгода. И тогда у нас была вся партия распродана. Сегодня уникальный день. Свежая партия и лучшая цена 1299 рублей. Это 180 капсул.
это запас на полгода, успевайте, дозванивайтесь. Я сколько раз рассказывала вам историю, как у меня знакомый пошел в аптеку, да, ему врач прописал лекарство и сказал, если не поможет, придете, я вам новые назначу. И он накупил на 5 дней лекарств на 9000 рублей. 9000. Здесь целых полгода за 1299 рублей. Причем омега-3 это всегда дорого. Знаете, я вот, кстати, приобретала для мамы омега-3. Там была очень маленькая дозировка. Там было 300 миллиграмм омеги и стоило она почти 4000 рублей. И там было всего 90 капсул. У нас 180 капсул. И посмотрите, в каждой капсуле у нас здесь, вот мы сейчас видим, видите, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая и 1100 миллиграмм омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. То есть это суточная доза. А почему сегодня все так гоняются за омега-3? Все наши телезрители говорят, омегу-3 я буду пить обязательно. А доктор Дыкванджон, скажите, почему она так популярна и почему она так необходима нашему организму? Действительно, мы создали уникальную формулу, которая прошла десятки лабораторных испытаний и исследований на совместимость и эффективность именно от данного сочетания. Вступая во взаимодействие в организме, оба компонента, женьшень и омега, не только раскрывают и усиливают свои свойства, но и способствуют лучшему усвоению и закреплению результата от воздействия, принося организму неоценимую помощь. Если мы будем говорить медицинским языком, женьшень содержит ряд фармакологических соединений, в том числе ряд тетрациклических, тритерпеноидных сапонинов, полифенольные соединения, кислотные полисахариды. Благодаря присутствию именно этих растительных компонентов корень красного женьшеня обладает свойствами, положительно влияющими на множество функций организма, которые отвечают именно за жизнеобеспечение. В частности, он способен поддерживать иммунную систему, когнитивные функции, снимать воспаление, приводить в порядок работу сердечно-сосудистой системы организма и улучшать настроение именно вместе с компонентом омега-3 в оптимальной суточной норме 1100 миллиграммов, выступающим еще и как дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот, лютеина и источника витамина Е, заболевания сердечно-сосудистой системы, снижение холестерина, гипертония. Все это в ведении именно этого комплекса. Оба этих компонента – это именно сбалансированная формула. Ой, спасибо большое, доктор Дыкванджон. Это ограниченные партии, это эксклюзивные эфиры. Сейчас ваш любимый бренд будет все реже и реже, а это финальная презентация в этом году. В следующем году цена будет в 2 раза дороже, какой она у нас и была. Поэтому забирайте вместе с коллагеном, забирайте вместе с ProBioFit. Лучшие цены, свежайшая партия, не со склада, это свежая поставка. Звоните и заказывайте, делайте первые заказы. Запасайтесь здоровьем прямо сейчас.